Как тяжело быть женщиной. Ой. Каждый день ношу пакеты тяжелые. Ага. Пытаюсь донести их до квартиры. А в пакетах по звуку понятно. Алкоголь. Ребята, ай, Боля, всем здорово, Саныч на связи, да? А ножки такие длинные, стройные, пойдет такую чайку, так взять его за обе ноги, так... Ладно, хрен с ним, ребята, не будем сейчас об этом, да? Скорее всего, она принесла бухличка своему альфачу, а может быть и себе, да? Но она хочет поплакаться на камеру, потому что нужен вот этот вот товарищ нам, который будет носить ей пакеты до дома. С бухлишком, с продуктами и с разными другими, с разной другой утварью из магазина, да? Потому что, как бы, ну, один... для удовольствия, а товарищ для продовольствия, так сказать.